Короче, опять ремонтирую залупу. Опять на залупе поменял заводной сектор. Короче говоря, старый. У меня просто движок был от пятого. Я от него снял, поставил. Вот. Наведись фокус, пожалуйста. Вот. Вот так вот оно, блин, выглядит после, блин, лета, наверное. Короче, говно, запчасть была полная, ушла в утиль. Хотел поставить крышку еще от пятого, но из-за этого вот шипа, а мне просто нечем просверлить отверстие ответное в крышке картера боковой. Поэтому я ставлю старую сейчас, на герметик промазал, сохнет. Блять, ну вот эта цепь, конечно, какой-то успокоительный ролик бы сюда воткнуть. Цепь тоже хуй да нихуя прошла. Вот, сцепление нормально настроил, поменял пластины, поставил тоже от пятой коробки. Такой вот люфт есть. Ну, это типа нормально. Я читал, что тут еще особо выработки по корзине такой лютой нету, что она еще походит нормально. Вот. Ну, короче, посмотрим, увидим.